Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и буквально через пару секунд сбудется моя мечта. Ну а что касается того, что вы видите на экране, то это Т55А. Это премиумная машина 9 уровня, и если вы вдруг хотите себе такую машину абсолютно бесплатно в ангар, то прямо сейчас подписывайтесь на канал, ставьте палец на колокольчик и убедитесь, что у вас вот так открыты все уведомления с моего канала, и буквально через какой-то час приходите на прямую трансляцию. На данной прямой трансляции среди подписчиков моего канала и зрителей прямой трансляции мы разыграем Т55А, а кроме того, ребят, мы разыграем особый пропуск на Battle Pass этого месяца, на Battle Pass сентября 2023 года. Короче говоря, ребят, если вы хотите все это получить, приходите на прямую трансляцию, там пообщаемся, покатаем танки, ну и обязательно разыграем призы. Теперь, что касается моей мечты. Я мечтал об этой машине с момента, как она появилась в игре, и наконец-то я смог на своем основном аккаунте скопить необходимое количество голды для того, чтобы удовлетворить свою неимоверную потребность в хорошей ПТ у себя в ангаре. У меня есть много ПТ-шек, но вот это у меня прям до дрожи пробирает, когда я на нее смотрю. Так вот, ребят, покупаю в составе набора, потому что хочу взять ее себе в легендарном внешнем виде, ибо без него она смотрится, ну, прям совсем уныло. А с ним она смотрится как-то феерически красивой, не знаю. Но это, наверное, может только для меня. Пишите свои комментарии обязательно внизу под данным видео. Кроме того, ребят, покупая данный набор, я получаю себе 5 контейнеров мистических, которые мы прямо сейчас с вами откроем. Я не сильно везучий парень на контейнеры, и за 9 лет игры в эту великолепную игру про танки я достал из этих контейнеров, я не имею в виду мистикой, я имею в виду любые платные конты, а я открыл их более 200 штук на разных аккаунтах, и за все 9 лет забрал только 2 машины. Ну, согласитесь, я бы сказал очень скудно, ну а кто-то это вообще разными матерными словами называет. Машину мы получили, ну а теперь давайте будем открывать контейнеры. В любом случае, так или иначе, вне зависимости от осознания всей тяжелой ситуации в отношении контейнеров по отношению ко мне, ну или точнее моего отношения к этим контейнерам теперь уже, я все-таки держу пальцы крестиком за то, что из этих мистических контейнеров мне что-то выпадет. Ну что, первый контейнер и сразу машина. Нифига себе! Не, ёлки! Блин, слушайте, я в трансе. Реально, я в трансе. Это третий танк, который я достану за 9 лет. Это просто чума. А еще раз так сработает или нет? Давайте откроем оставшиеся 4 контейнера. Не знаю, может, с меня с глаз какой-то сняли. Но даже если из 5 контейнеров мне сейчас попадется хотя бы машина, которой у меня в ангаре нет, хотя у меня большая коллекция, это будет просто неимоверное счастье. 10, я заговариваюсь, ребята. 100 голды, так, 5 контейнеров открыли, есть мистический сертификат. Ну что, давайте посмотрим, что там. Дай боженька, чтобы что-нибудь, чего у меня нет. Кстати, давайте посмотрим... Что тут есть? Тут есть много всего. Жаль, не показывает те машины, это не контейнеры, не показывает те машины, которые у меня есть, а каких нет. Ну что, пальцы крестиком уже даже на ногах, открываю, и там у нас, дай мне что-нибудь, пожалуйста, то, чего у меня нет. ВК-9001П. ВК-9001П у меня на аккаунте есть, и за него я получу компенсацию. Но данная компенсация меня, честно говоря, не сильно радует. Объясню почему. Потому что данная компенсация, если я правильно помню, у нас будет серебром. Смотрим уведомления. Да, 6 миллионов серебра. Эх, если бы голдишкой компенсировали, было бы круто, конечно. Кто-то сейчас говорит, ёкарный бабай, мне бы ВК-9001П, чтобы выпал. Ну ладно, так или иначе, мечта моя сбылась. Где-то, скорее всего, что-то все-таки в этой вселенной произошло, и мне выпал мистический сертификат из контейнера, а это уже большое счастье для меня, потому что раньше со мной такого не бывало, по крайней мере, в последнее время. Спасибо большое за просмотр, побежал радоваться, побежал обкатывать обнову у себя в ангаре, ну а обзоры на данный великолепный танк, а точнее ПТ-шку на канале уже есть, я обязательно добавлю описание в видео. Спасибо вам большое, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия, жду всех на трансляции, пока-пока.